Так, сейчас возьму. Всем привет. Привет. Долгожданный отпуск наступил. К сожалению, нам не получилось поехать в Украину, так как мы хотели, из-за этого коронавируса. Думали, поедем в Белоруссию, перезакрывали везде границы. Я даже звонил для убеждения своего Выступовича. Сказали, до 3 числа граница будет перекрыта. Ну и мы решили тогда отдыхать здесь, в России. Мы начнем с того, что будем каждый день есть мясо, делать шашлычок. Вот. И чем заниматься? Бездельем? Нет, не заниматься, а танцевать. Танцевать. Мы будем каждый день танцевать. Я проверю, как ты будешь танцевать. Вот. И я смотрите, что танцует. Из этого получится. Погнали. Так, давайте пока усаживайтесь. Все готовы? Да! Едем? Ага. Тебя заснять? Уезжаем! Нам еще надо будет на газовую заправку дать. Ой! Рулем крути! Рулем крути! Да, посмотрим, что выйдет. Хорошо, да. На камере. Это знаете, какие колеса, да? Вот мы полетели, да? Где там они летят? Вот. Ежели же они все наши. Ну да, есть такое. Кива.